прекрасное настроение. Что же ты там? Как вы-то там? Что вы там? Где вы там? Смотреть. Так. Ангельские карты. Разговор здесь, который говорите. Сейчас будем искать эти вопросы-то. Как тебя себе там ощущаешься? Привет, привет. 10 минут. Сейчас 10 минут. Как тебе там ощущается сейчас? Блаженство. Я спрашиваю, как вы там ощущая себя блаженством? Понимаете, да? Удовлетворение. Послание свыше. Верность. Итак, как ты там ощущаешь себя? Умиротворение, блаженство, послание. Так, тут три карты идут. Ощущаешь меня души, блаженство. Как ты там ощущаешь себя? Блаженство. Умиротворение. Все сверху. Послание свыше. Кого-то еще что ли заберут? Как ты там себя ощущаешь? Блокировано, блок. Еще. Блокировка с любовью. Блок, блок, блок. Нашли. Вот, знаете, да, там некоторые даже не поняли, что произошло. Что произошло, непонятно. Вы вообще понимаете, что произошло? Вы поняли? Ну, как говорят, как нищие, нам не всем протянули руку помощи. Не всем помогли. Не всех встретили, как положено. Возврат. Многие просятся домой, но они не понимают, что они уже домой не придут никогда. Многие просятся домой, но никто не понимает. Они пока, короче, еще типа не понимают, я так понял. Тебе было очень больно. Тебе было очень больно уходить? Да. Мне было очень больно, да? Ответ да. Но, говорит, король мечей все решил. То есть я пытаюсь сказать, что мне было уходить было больно, но уход был решен не мной. Ну и за деньги это все делалось. А ты предчувствовал уход? Что-то может произойти? Предчувствие было. Ну, где ближе к вечеру. Ну, никто... Ну, предчувствие было, но не более того. Просто маленькое предчувствие. Ты ненавидишь своего убийцу? Ответ да. Да. Вот. Нападение. Я ненавижу тот, кто на меня напал. Ты будешь ему мстить? Ответ да. Ну, тут женщина разговаривает, кстати. Я буду мстить до последнего. Так. Эта женщина, она мертвая. Вот она. Так, они просят перемешать карты заново. Да что-то еще хотят сказать.
Что-то еще хотят сказать. Вот оно, блаженство, умиротворение. Сейчас перемешаю, там еще они хотят сказать. Ты ему можешь простить свой уход внезапный? Простишь ему свой уход внезапный? Не мне, говорит, это решать. Но мы, говорит, все там встретимся. Ответ, значит, да. Чтобы ты мог... Что ты хочешь передать своим близким? Близким. Слушайте, что хочешь передать близким? Траур здесь, да? Кубки упали, а здесь еще как кровь. То есть, тут только горечь. И говорит, это вина мечей. Зачем меня так убили? Зачем со мной так поступили, холод? Ну, говорит, я теперь, говорит, ангел-хранитель. Я теперь, говорит, ангел-хранитель. Что-то еще перед близким будем передавать. Ну, про семью говорит. Семья. Люблю. Люблю, люблю, говорит. Я, говорит, держу высоко. Дай, пожалуйста, совет тем, кто остался. Дай, пожалуйста, совет. Свечи поставьте, в чате напишите, свечи отправьте, дайте совет. Говорит, радуйтесь каждому дню, берегите себя, уважайте. Ни в коем случае не унывайте, императрица. Дайте, пожалуйста, совет тем, кто остался. Они говорят, что кто-то еще заберут кого-то. И это еще, говорит, не все смерти, еще будут. Говорит, вас обманывают. Там и ложь. Что говорит, вы знаете, это обман. Их больше. И версия неправильная. А какая версия? Договорняк. Я не поднимаю больше этот вопрос. В любом случае, мы здесь. Об этом говорим. Истину на самом деле никто не скажет. Я здесь ее тоже не скажу. Намекаю. Ну, видите, карты сейчас только тоже что-то сказали. Как тебе там сейчас? Тепло, холодно, вы что-то видите как? Мы, говорит, справедливость, меч. Как вот чистилище, да, называется, да, дьявол здесь и суд. Мы проходим суд, страшный суд, или как суд проходим. Кому в ад, кому в рай. Люди узнают вообще правду, почему так произошло. Ну, тот, кто заплатит деньги, либо кто приближен к деньгам, тот узнает. Кто приближен к королеве, тот знает. А так, единицы могут узнать. Ну, то есть они отвечают, что прям... Ладно, не буду что говорить. Ведь очень аккуратно я общаюсь. Очень аккуратно. Видите, карта дурака. Там много чего вы не знаете, они говорят. Тут-тун-тун-тун-тун.
Вот сейчас все, кто поставили свечи, да, смайлики свечам в чате, что вы им хотите сказать? Берегите себя, радуйтесь, живите на этой земле и понимайте, что это и есть рай. Дальше. Да, дальше будет хуже. Поняли, услышали сейчас все? Живите сейчас. Дальше будет хуже. Имеется в виду, что мы и живем с вами в раю, на самом деле. На этом все. Эфир закончился.